Ну что, стрелочка, скоро будем рожать? Пузо тебя разбарабанил, он хорошо так. Скоро будешь молочко давать. Беляна тоже уже. Скоро вот-вот. Беляночка у нас. Кто тут еще? Марта. София. Кто там еще у нас? Маркиза беременная. Ночка. Ночка, покажись. Ночка, ночка, ночка. Вот ночка у нас. Так. Манюня. Тоже вот-вот. А там у нас козлик. Шаманчик. Красавчик наш. Убийцу. О, вырастили с маленького-маленького. Уже большой. И там вдалеке комолая у нас козочка. Она не беременная, но уже, наверное, погуляла с шаманом. Будем ждать, когда вон шаманчик пришел наш. Поближе. Шаман, 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 шаман. Ну-ка покажись, красавчик наш. Шаман, шаман, шаман. Шаман, шаман. Ой, ой, шаман. Ты что, кукурузу ешь? И ты ешь кукурузу. А ты-то что кукурузу ешь? Джессика, я все понимаю. Ты не беременная. Почему ты ешь кукурузу, как козы? Ты должна охранять коз. Шкодная, выкинь ты эту кукурузу. Все-таки тебе кажется, что ты ее сожрешь, да? Все-таки тебе кажется, что это кость. Тебя что, не кормят? Перед крыльцом полно костей.